12 лет лишения свободы для мэра Одессы Геннадия Труханова и 11 для вице-мэра Павла Вугельмана. Такой приговор просит прокуратура по делу Евромэрии. В СААП просят признать всех фигурантов дела виновными в завладении госсредствами при покупке здания Краяна по завышенной стоимости, а также конфисковать более 90 миллионов гривен, арестованных на счетах фирмы Development Elite, которая продала здание завода. Обвиняемых Алексея Спектра, Василия Шкрябая, Владимира Родионова и Петра Загодиренко просят приговорить к 10 годам тюрьмы, Игоря Кравченко к 11, Галину Богданову к 7. САП просит также конфисковать все имущество у обвиняемых и арестовать их. Напомню, 13 февраля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. После были задержаны остальные фигуранты дела. Сейчас судебный процесс находится на финальной стадии.